Европейский Союз и НАТО как институты, они бесполезны сейчас для Украины, для оказания какой-либо помощи в час перед экзистенциальной угрозой их и государству, потому что Европейский Союз и НАТО парализован принципами единогласия, а четыре страны, уже перечисленные мной, Франция, Германия, Италия, плюс еще такая мелкий гаденыш Орбан, плюс Венгрия, которая все время делает гадость Украине, они заблокируют любую помощь Украине. Поэтому мы еще перейдем к первому вашему вопросу о положении на фронте и военных перспективах. Помощь Украине может получать от конкретных государств, от Соединенных Штатов, от Великобритании, от Польши и других государств, но не от этих институтов в целом, потому что их политика заблокирована четырьмя путинскими государственными прислужниками.